Леса являются жизненно важным средством защиты от изменения климата и потери биоразнообразия, одновременно обеспечивая средства к существованию для миллионов людей по всему миру. Но сейчас леса в опасности. За последние 30 лет площадь утраченных лесов превысила площадь Алжира и Ливии вместе взятых. В последнем докладе FAO «Состояние лесов мира» определены три пути, следование которым может сохранить леса и одновременно поддержать восстановление окружающей среды и экономики. Прекращение обезлесения, восстановление деградировавших лесов и рациональное использование лесов для формирования стабильной местной экономики. В лесах Кирисии в Кении местное сообщество выполняет новую миссию по сохранению лесов, так как именно в его ведение недавно были переданы леса после десятилетий государственного управления. Теперь местные жители выезжают на патрулирование, чтобы предупреждать лесные пожары и пресекать незаконные лесозаготовки или выпас скота. С 2016 года более 100 квадратных километров лесов было восстановлено после обезлесения и деградации. And there is massive restoration and regeneration happening. And the process of restoring that forest through engaging of community scouts on protecting of natural regeneration. Памела Линалгенье вместе с другими женщинами Самбуру выращивают саженцы для будущих лесных посадок. Hakuna kasi ingine na hizo mifugo zetu basi tu. Lakini kwa sasa tunaona tu tunaelekea mbele kwa sababu tukifanya hata hiyo biashara yetu kidogo kidogo na bado tunafanya tu bado ya nasari. Tunaendelea tu kwenda mbele. По всей Кении появляются лесные производственно-сбытовые цепочки, которые вносят свой вклад в принимаемые меры по восстановлению. Рут Вайриму собирает дрова из валежника на 2,5 гектарах принадлежащей ей фермерской земли, которые она выделила под выращивание деревьев. Она начнет продавать древесину через несколько лет, когда деревья вырастут. Их древесина помогает создавать рабочие места во всем обществе, от операторов лесопилки, обрабатывающих древесину, до работающих по соседству плотников, которые изготавливают столы, стулья, кровати и многое другое. В Финляндии процветают использующие дерево строительные сети, базирующие свою деятельность на рациональном лесопользовании. Инновационные строительные материалы из древесины помогают реагировать на изменения климата и отвечать на потребности формирования экономики замкнутого цикла. Эти сборные деревянные панели называются поперечно-клеенной древесиной, или ПКД. Они также долговечны, как бетон, но быстрее и проще в установке, сохраняют углерод на протяжении всего срока службы и не требуют материалов из ископаемого топлива, что делает их более безопасными для климата. Из произведенной здесь ПКД изготавливаются строительные блоки для квартир, школ, домов и даже для небоскребов по всему миру. Ощутимые преимущества, будь то экономические или экологические, являются сильным стимулом к защите, восстановлению и ответственному использованию лесных ресурсов, сохраняя ценность лесов для будущих поколений. Metsien kestävällä hoidolla me pystytään varmistamaan metsien hyvä kunto sitten myös tulevaisuudessa.